Так, я выбираю Рико. Будем играть за Рико. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, парное столкновение. Все команды против друг друга. Это я все знаю. О, играю с этим чуваком, да? Ну давай. Он класс, он может лечить. Бывает так, так, что нужно подлечиться. Иди сюда, давай этого зафигачим. Нет? Я, конечно же, не во врага стреляю. Давай, бери. Не во врага стреляю, конечно же. Конечно же, я стреляю по ящику. Вот ящик вот мне вот не уперся сейчас в данный момент. Нет, вот сейчас, вот смотри. Вот на какого мне в ящик стрелять? А мой дружище, друг, видит, сколько много, извините, баночек. Нет, а зачем ему баночки собирать? И чё он меня не подлечил ни разу? Мог же подлечить. Ох, как мы сейчас их всех зафигарим, наверное. Так, чё, выиграли или нет? А, нифига, проиграли, да? Ага. Или выиграли, фиг знает. Ох, ну короче, либо выиграли, либо проиграли, нормально все. Ребята, а если вы хотите со мной поиграть, то пишите в комментарии обязательно, поиграем вместе. Так, а я опять играю с своим другом, который меня подводит часто. Надо ему подлечить меня? Нет, он где-то ходит в сторонке. Так, ладно, я первый взял банку. Он еще банку не взял. Да, я так и думал, что его сейчас щелкнут. Здесь надо аккуратно в начале игры стараться не это самое. Не идти в кучу. Кучу, где много чуваков, которым хочется открыть баночки новые. Так, вот эту банку я забрал. Да, мне сейчас это здоровье, конечно. Но баночку я взял. У меня 5 банок уже, нифига себе. О-о-о-о-о-о-о. Ё-моё, смотри, какой тут замес. О, нет, Дэрил. Вонючка уничтожил меня. Ладно. Я считаю, что нужно нам переиграть. Играем снова, ждем кого-нибудь интересного друга. А сегодня друг у нас Нита Арабская Вязь. Нита Арабская Вязь. Интересный у нас чувак. Дружище, так, все, давай, забирай. О, тут, смотри, Шелли идет и тоже Нита какая-то. Так, уничтожили мы их? А где там? Двое же их было, нет? Странно. Странно, мне казалось, что двое их было. А, ты, Нита, пошли туда куда-нибудь. Вон, сундук вижу. Блин, я не дойду до него, Я взорвусь. Ой-о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 й. Ох, я выжил. Удивительно, я выжил. Так, 5 банок у нас зато. Так, вкусняшка, я хочу вкусняшку. Так, тем более у нас столкновение, смотри. Так, ты что там вкусняшку не берешь? Там ты что не видишь? О, да иди возьми вкусняшку. Ты чего такая-то? Нита. Так, а соперники знаешь где? Они слева. Я их видел. Они где-то слева здесь бегают. Где-то они здесь вот спрятались. О! На тебе, вонючий случай. Супру. Ох, нифига у него сколько банок было. Да, а как я так выиграл, непонятно. А, вот теперь, ребятушки, победа. И, конечно, я хотела бы напомнить, если хочешь, чтобы я с тобой поиграл, то пиши в комментариях, обязательно поиграем вместе. Brawl Stars. Так, смотри, мы можем прокачать защиту. Давай защиту прокачаем, броню. Все, немножко прокачали. Поехали. Так, ну что, поехали. Поехали на машинке. Так, мы прокачали мощность. И мы прокачали защиту. Теперь мы должны быть... Ох, какой машинка. Так, смотри, я этого разломал. Ого, да, реально, смотри, какая скорость-то у меня улучшенная. Теперь мы быстро можем вот этих машинок съесть. Так, сколько мы? 100 алмазов набрали.
Ох, подожди, в смысле? На, взорвитесь. Какие-то новые тачки появились. Офигеть. Ой-ой-ой, меня сейчас уничтожат они. Так, и бомбочек нету. И ускорителем... Ах, меня съел этот полицейский монстр. Офигеть просто-напросто. К сожалению. Да. А, в тюряшку закрыли, да? Нас поймали. Да, давай сначала поиграем. Так, воздушное пространство патрулируется. Все, погнали. А деньги, интересно, у меня сохранились или нет? Или я их потерял уже? Вот этот вопрос меня интересует. Так, давай ускоримся. Вот, 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 конфетку взяли. Ох ты! Ну, началось, смотри, а. На, взорвись. Когда я взрываю их, мне что-нибудь дают? Какую-нибудь награду-то, а? Ох, нифига. 50 алмазиков у нас уже есть. Так, а с этими что делать? Монстриками. Опа. Переворачиваюсь я и еду. Да, я постоянно переворачиваюсь, кстати. Вот это надо как-то уничтожить, я не знаю как. Все, убили. Вроде бы как. Он убежал. Так, давай, ускоряемся. Ах. Так, вот эти вот всякие штуки меня тоже мочат. Вот эту машинку сейчас попробуем съесть. Вот, бриллиантики взяли. Так, полицейский, отвали от меня. Есть. Так, все, у меня какое-то ускорение. Ах ты, ё-моё. Смотри, меня опять споймали. Надо быстрее открывать. Фух, успели. А так бы я бы опять был бы с пойманным. Так, а чё у меня там помощек нету? Нету помощек. Ладно, я успел убежать от полицейских машинок. Всем привет, ребята. Продолжаем выживать с Нубиком здесь вот в деревне. Давайте посмотрим, где у нас тут пчелы летают. Ага, ух ты, что я нашел, ребята. Это же получается очень много-много интересных тыкв. Так, мне нужно парочку тыкв взять. Возьму, я их буду выращивать. Нет, а, вот знаете, что я не сделал? Я не сделал мотыгу, мне нужно что-то покушать. Так, курочка, иди сюда. Да, мне пожрать надо, давай мясо мне. О, сейчас я пожарю. Как бы вот в этом месте неплохо бы выживать. Да, вот здесь вот такой вот домик, смотри, с печкой, нифига себе. Так, а там кто-нибудь живет в этом домике, нет? Ага, тут уже кто-то живет, слушай. Вот есть печь, здорово, давайте пожарим тогда. А, мяско. Так, а ты... А, плавильная печь, ё-моё, тут мясо не пожаришь. Ладно, мы что-нибудь придумаем. Вот такой вот домик. Прикольный, прикольный. Мы его улучшим, увеличим, домик отстроим. А, пристроечку. Так, дерево, давай. Мне здесь дерево не нужно, мы его сейчас уберем. Оно только-только мешает. Так, все, убрал я дерево или нет? Да. Все, забираем. Так, две клюшки у меня, да? Надо вас будет потом размножать, конечно же. Так, здесь кроватка. Ну, вот такой вот у меня вот здесь домик будет небольшой. Да. Так же самое. Давайте здесь мы сделаем, чтобы далеко не ходить. Верстак. Вот здесь верстак стоит перед домом. И тут я буду какие-нибудь штуки свои делать. Так, давай, знаешь, сразу я хотел бы сделать мотыгу. Так, а ну-ка, камень есть? Андезит у меня. А где у меня весь камень? Я не понял. А, вот булыжник. А я думал, господи, где же булыжник? Вот он, булыжник. Так, берем сразу печку. То же самое, сюда мы ее ставим. Давай мясо немножко пожарим. Потому что я кушать хочу, капец. Так, и мне нужно будет факела. Факела берем и еще сделаем мотыгу. Так, мотыга вот так делается. Все. А, мне нужно куда-нибудь еще и посадить. Дальше. Тут воды нету. Мне нужно железо. Мне нужно железо. Много-много железа. Ладно, так, наступает ночь. Давайте эту ночь в домик зайдем и поспим. Такой вот у нас домик. Все, отлично. Ждем, пока пройдет ночь. Так, ночь закончилась. Отличненько, хорошо. Так, что у нас тут мясо есть? Давай, я хочу поесть мясо. Мне нужно что-то поесть. Так, замечательно. И пшеница. Мне нужна пшеница. Так, вот, есть уже.
Семена. Вот, а где же мне... Слушай, знаешь, я где-то видел половину печи. О, так, туда пока я не пойду. Мне отсюда его нужно вылезти. А где-то... А, возле моего домика, слушай, половинная печь. И там, кажется, видел, что есть железо. У меня такое чувство, что там все блоки железа были. Вот как раз мне железо нужно для кровати. Вот это что такое у нас? Железо? Железо нет? Где? Что? Вот. А, гладкий камень. Фу, гладкий камень. Это гладкий камень был. А, ладно. Будем искать в другом месте железо. Так, а почему я гладкий камень себе забрал, а андезит здесь поставил? Не, давай сделаем уже как было, не будем бежать. А, ты... Ты что, разговаривать не хочешь? Странный какой-то чувак. Где же мне взять? Знаешь что, я сейчас пойду куда-нибудь подальше и посмотрю, есть ли тут где-нибудь пещерка. Вот, вода есть. Слушай, ну, в принципе, то, что вода есть, это хорошо. Значит, здесь я буду, по крайней мере, что-нибудь здесь посажу. Здесь я выровняю сейчас местность. И здесь я буду первые свои посадочки делать. Посажу пшеничку. Как раз у меня есть семена. Мне нужно, чтобы хлеб был. Я буду есть хлеб. Ой, хорошо. На 4, получается, клеточки можно сажать все. Оно пропитывается все водичкой. Да, вот здесь мы и будем сажать, ребятушки. Первые грядки я сделаю. Здесь у меня будет расти пшеница. Ну, а как буду я садить, я, наверное, в другой раз я запишу уже.